С начала года на территории обслуживания Люберецкого отдела ГИБДД в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 10 человек. По вине водителей произошло 59 аварий, а 33 дорожно-транспортных происшествия по вине пешеходов. Об этом говорится в сообщении службы пропаганды ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России Люберецкое. Кроме того, госавтоинспекторы информируют о том, что с начала текущего года на люберецких дорогах совершено 88 наездов на пешеходов. Из них 35 произошли на санкционированных переходах. 84 человека получили травмы различной степени тяжести. Основные причины таких ДТП – переход проезжей части в неустановленном месте, непредоставление преимущества пешеходам на переходах, а также отсутствие светоотражающих фликеров на одежде людей и плохое освещение. В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия под названием «Пешеход». Кроме того, водителей просят быть внимательными на дорогах, снижать скорость при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам и уступать дорогу людям, наступившим на зебру. Пешеходам рекомендуется быть особенно осторожными при переходе дороги и давать водителям заблаговременную возможность обнаружить себя в темное время суток с помощью светоотражающих элементов. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.